Как не предупреждали жители Ленинско-Кузнецкого спасатели быть внимательными и осторожными в длинные новогодние праздники, без трагедий не обошлось. Год удался не очень-то хорошим. За 15 рабочих дней, которые прошли с праздниками, с выходными каникулами, произошло 7 пожаров по гарнизону и погибло 7 человек, в том числе 2 детей. То есть это считается, гарнизон входит сюда, город Ленинск-Кузнецкий, город Полысаево и Ленинск-Кузнецкий район. Последняя причина – это от печного отопления. То есть сильно топили печь, загорелась разделка, то есть дочь ушла к соседям, а мать-инвалид осталась дома. То есть соседи вызвали скорую, уже температура очень сильная была, то есть все внутри поплавилось, и то есть от угарного газа угорели, да. Особенно страшно, когда на пожарах гибнут или получают травмы дети. В один из январских дней служба спасения Ленинска-Кузнецкого получила сообщение о возгорании в одном из домов поселка Мирный. В доме находились маленькие дети. Родители нигде не работают. В итоге, когда прибыли подразделения, то есть до прибытия подразделений, соседи уже детей вытащили уже. Ну, в общем-то, они уже практически уже были мертвыми. Ну, родителей в это время дома не было. После появления сама хозяйка была в нетрезвом состоянии, где-то гуляла, и муж тоже совместно. Значительная часть пожаров произошла по причине неосторожного обращения с огнем, в основном по вине лиц, находящихся в нетрезвом состоянии. Сейчас сотрудники пожарной охраны намерены принять дополнительные меры для предотвращения пожаров на территории гарнизона. Провести по городам КЧС, задействовать все силы, которые есть, пожарная охрана, надзорная деятельность, участковые, уличкомы, то есть пройти по всем домам, провести проверку и, в общем-то, провести, где нужно необходимо сходы, довести население, что необходимо, как себя вести в случае пожара. Подразделение 7-го отряда Федеральной противопожарной службы вместе с сотрудниками надзорной деятельности уже провели патрулирование частного сектора в районе Центрального и Губернских рынков. На очереди поселок Дачный и Лапшиновка.